На очереди бой под номером 7 в полусреднем весе до 77 килограммов. И в синий угол октагона я приглашаю бойца из России, Павел Летунов! Так, совсем скоро начнется следующий бой, полусредневесовая категория. Кстати, изначально Владлен должен был драться с Алексеем Новиковым, потом с Магомедом Магомедовым, но в итоге на бой вышел Павел Летунов. Вот он на наших экранах. 190 сантиметров рост у этого дебютанта. Он КМС, кандидат мастера спорта, соответственно, по рукопашному бою, кандидат мастера спорта по тайскому боксу, победитель открытых турниров по панкратиону и универсальному бою. Вышел на коротком уведомлении. Помимо единоборств, увлекается еще и футболом. И даже участвует в так называемых околофутбольных движениях. Внешне очень спокоен. В красный угол. Я приглашаю его соперника, который также представляет Россию. Зеленоград, клуб «Олимп», Владлен Сидоренко! И соперником Павла Летунова будет Владлен Сидоренко. Его профессиональный рекорд – 3 победы, 5 поражений. Ему 28 лет. Представляет он Зеленоград, клуб «Олимп». 183 сантиметра его рост, 77 килограммов. Мастер спорта по панкратиону. Начал свою карьеру в 2017 году. Первые 3 поединка проиграл. Причем все досрочно в первом раунде. Затем 2 победы подряд и снова 3 поражения. Проводит неплохие кики, на руках не очень уверенно работает. При попытках перевести его в партер старается сразу взять шею на гильотину. При этом и сам может перевести в партер, использует проходы в 2 ноги. С выносливостью, однако, есть определенные проблемы. Да, действительно, любит делать этот боец гильотину. Тренируется он у Игоря Егорова. А также помогал при подготовке к сегодняшнему поединку и Алексей Гоненко, который тоже сейчас выводит Владлена. Какие-то проблемы с амуницией, все в порядке, просто красные ленты нужно нанести. Именно красный угол представляет Владлен. А мы напоминаем, что генеральный партнер ММА-серии – энергетический напиток Gorilla Energy. Gorilla Energy – дайте шума! Боец в синем углу октагона, кандидат мастера спорта по рукопашному бою и тайскому боксу, победитель открытых турниров по панкратиону и универсальному бою. Ему 21 год, рост 190 сантиметров, вес 78 килограммов. Сегодня у него дебют на профессиональном уровне. Павел Летунов! Его соперник, боец в красном углу октагона из Зеленограда, представляет клуб «Олимп». Мастер спорта по панкратиону, возраст 28 лет, рост 183 сантиметра, вес 77 килограммов. Его личный рекорд – 8 боев, 3 победы и 5 поражений. Владлен Сидоренко! Никита Меркулов будет в качестве рефери на этом поединке. Вы посмотрите, как смотрят друг на друга бойцы. На 7 сантиметров выше Владлен. Поединок начинается. Владлен занимает центр, однако сразу же его и отдает. Начинается борьба, вернее попытка. И вот та самая гильотина от Сидоренко. О которой мы уже говорили. Всегда Сидоренко выходит на гильотину. Проводит сейчас прием, пытается задушить соперника. И кажется, там хватает контроля. Но пока Павел Летунов не стучит. По-моему, а вот сейчас все станет совсем плохо. По-моему, да, все, он уснул. Павел Летунов уснул. И Владлен Сидоренко одерживает, возможно, самую быструю победу в карьере. Необходимо восстановить спортсмена. Причем такая интересная ситуация получилась. Вроде бы и вышел с приема, или отпустил сам Сидоренко уже своего оппонента и начал добивать. Подумал, что
вышел в маунт, однако оппонент уже отключился. Очередная досрочная яркая победа на 32-м турнире ММА-серии. Владлен Сидоренко. Четвертый раз за свою карьеру празднует успех. Но опять же, он ни в чем не виноват. Он проводил прием, и здесь, да, немного, может быть, передержал гильотину. Вот как раз Алексей Гоненко поздравляет Владлена. Привели в чувство Павла. Наш седьмой бой продлился 33 секунды. Победу удушающим приемом гильотины одержал боец красного угла Владлен Сидоренко! Еще раз поздравляем Владлена с этим успехом. Поздравляем зеленоградский клуб «Олимп». И также поздравляем и тренерский штаб. Давайте еще раз посмотрим, как удалось провести этот прием. Сразу же зашел на гильотину Владлен Сидоренко. И затем даже возможности постучать у Павла просто не было.